Здравствуйте. Сегодня я хочу вам вручить сертификат на обучение для того, чтобы вы смогли развить свой бизнес. Так как сегодня предприниматели, получая гранты, кредиты, начинают развивать свой бизнес и не всегда знают, где найти нужные рынки сбыта. И мы хотим обучить вас очень важной профессии, которая позволит вам находить клиентов, взаимодействовать с ними по всему Казахстану и даже за рубежом. С этими полученными знаниями, с использованием, например, инструмента таргетированной рекламы, вы сможете находить клиентов, которые реально хотят ваш товар, который ему нужен в интернете. Меня зовут Сулейменов Амир. Я основатель инновационной школы интернет-технологий. Я имею дипломы Академии Samsung, Google и Cisco. Самое главное в нашей школе, что она не требует специальных технических знаний для курсов. И они являются краткосрочными и позволяют сразу по окончании обучения устроиться на работу. А также уникальностью нашей школы является то, что у нас дистанционное обучение. И мы предоставляем социальные скидки, скидки социально уязвимым слоям населения, а также инвалидов первой группы мы обучаем бесплатно. Для того, чтобы представить сегодня здесь перед вами, я проделал большой путь. И если я вас попрошу пошевелить ногами или встать на ноги, вы проделаете это не задумываясь. Каждый мой день это борьба. Например, для того, чтобы научиться сидеть на коляске, я прошел трудный путь. И моя мечта научиться ходить. Для этого я каждый день выполняю измерительные тренировки. И когда ко мне обращаются молодые и взрослые активные люди, я хочу вам сказать то, что многие проблемы находятся у нас только в голове. Если у вас есть цель в жизни, и вы будете к ней стремиться, то вы многого можете достигнуть. Сегодня многие профессии с развитием прогресса видоизменяются и устаревают. Например, в будущем профессии бухгалтеров и юриста могут быть заменены искусственным интеллектом, а операторы колл-центров – чат-ботами. И государство развивает цифровизацию, потому что она важна для каждого из нас. И планируется открытие 300 тысяч новых рабочих мест. И президент на открытии года молодежи подчеркнул важность обучения новым профессиям. Поэтому я приглашаю вас для обучения в нашей школе, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда.